В рамках краевой кампании инспекторы полка ДПС и отдела ГИБДД проводили с водителями беседы о необходимости применения при перевозке детей специальных удерживающих устройств. Вручали наглядную агитацию, а также наклейки с официальным лицом компании. Это Дмитрий Пирог, президент благотворительного фонда, многократный чемпион мира по боксу. Также инспекторы напомнили, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф – 3000 рублей.